Шановні друзі, доброго ранку. В прямому ефірі стартує програма «Мозаїка дня», і я вас рада вітати. Впродовж 50 хвилин ми познайомимося з ірландським танцем, зануримось в його історію, завітаємо на майстер-клас. Скажу лише одне, що друга частина нашої програми буде не менш цікавою, адже у нас у гостях Олексій Коденко, віртуоз балалаєчник, людина, яка може зіграти на балалайці будь-що, навіть мурку, яку, до речі, ми сьогодні і почуємо серед іншого. Два виступи готові подарувати вам вихованці школи ірландського танцю «Ірі Данс». Слухаємо, дивимось та насолоджуємось. Зараз настав час дізнатись про ірландський танець більше. Я вже рада вітати. Поряд зі мною знаходяться Юлія Помогайбо, керівник школи ірландського танцю «Ірі Дансану» імені Мечникова, та її закордонні колеги, які в рамках літньої школи ірландського танцю діляться своєю майстерністю з маленькими та великими танцюристами. Джордж Дедмен, багатократний чемпіон світу з ірландських танців, та Рейчел Стюарт, вчитель та суддя асоціації з ірландських танців, та, звісно, людина, без якої ми б один одного не зрозуміли, Катерина Мисак, перекладач, сьогодні з нами. Перед тим я вас, во-первых, рада всіх привітати. Столь раннє утро в такої теплої компанії у нас в гостях. I would like to welcome you in this warm company in this morning. Thank you. Спасибо большое. Давайте, наверное, стоит начать с истории ирландского танца. Кто нам расскажет? Наверное, наши гости. We would love to start with the history of Irish dance. Maybe some of you would start telling us a little story. Пару слов об этом. Just a few words. Okay. Well, a long time ago in Ireland, they, when there was problems, they weren't allowed to dance. So what they used to do was they kept their arms by their sides and then their feet would move. So if anybody saw in, they would see that they were like this, but then underneath their feet would be dancing. Очень давно, когда очень давно уже танцевали танец, это был народный танец, и не разрешалось в верхней части тела не разрешалось двигаться плечами или руками. И поэтому, если вы бы увидели такого танцовщика, то вы бы очень удивились, потому что верхняя часть его не двигается, а нижняя часть танцует. То есть танцевали ногами по разным причинам. Это было запрещено. Верхняя часть тела двигаться. А первое упоминание танца, когда, каким годом, каким столетием датировано, известно ли точно? Is it known when was the first mentioning of the Irish dance? When was it? It would originate
back years, but there's not really a specific time because it's evolved over time. It came from a different type of dancing. There was set dancing, there was Seanos dancing, and it's all sort of developed into what we know as Irish dancing. То есть конкретная дата неизвестна. Это было очень давно, и как бы он произошел, ирландский танец произошел из других танцев, то есть групповых танцев различных типов. И из них как бы уже развилась этот вид ирландских танцев. Ну, вообще, ирландские танцы, действительно, они формировались веками, столетиями, и если заглянуть в историю, то можно даже упоминание найти в VI веке об ирландских танцах, но этот стиль все время развивался, да, и то, что вы сейчас увидели, это традиционные танцы, которые танцуют сейчас на соревнованиях, но, тем не менее, вот эти конкретно композиции, это композиции, которые не меняются уже очень многими годами. Что изменилось? Возможно, есть базовые определенные движения, да, но, возможно, что-то и поменялось. На самом деле меняется очень много. Меняется ежегодно, меняются стили, добавляются новые движения. Есть мода на определенные движения, конечно же. Но основное – это техника, это определенные правила, да, с которыми танцуются ирландские танцы, они остаются прежними. Но развивается, как любой вид спорта. Конечно, с каждым годом мы видим, как уровень танцоров, которые выступают на соревнованиях, становится все выше и выше. То есть техника, мастерство совершенствуется. Если посмотреть на то, как танцевали в начале, например, 20 века, то мы, конечно, увидим, что это были гораздо более простые танцы. А то, что сегодня исполняют танцоры, это очень-очень, конечно, уже пределы, да, мастерства, верх совершенства. Да, очень, я это смотрела. Сегодня, кстати, мы давайте приоткроем тайну нашим телезрителям. Сегодня мы попробуем изучить несколько базовых движений в рамках нашего прямого эфира. Это будет интересный опыт и для меня, и, я надеюсь, что для наших телезрителей. Юлия Александровна, когда этот танец пришел к нам? В Украину, в Одессу? В Украине начали заниматься ирландскими танцами в начале 2000-х годов. Наша школа конкретно существует с 2002 года. Постепенно начали подключаться другие города, то есть Одесса была первым городом, где занимались ирландскими танцами. Сейчас школ существует огромное множество в Украине, на территории вообще всей Восточной Европы. Сейчас соревнования, которые проходили у нас в субботу, участвовало у нас 16 школ из разных городов. Это был Львов, это был Киев, Черкассы, Харьков. То есть практически в каждом, Днепропетровск, практически в каждом городе уже есть одна, а иногда и несколько школ. То есть постепенно мы развиваемся, и вся Украина, скажем так, ирландские танцы в Украине, да, это во многом возникли и развивались благодаря нашему членству в Всемирной ассоциации ирландских танцев, которая занимается организацией соревнований, мастер-классов. И вот мы все, наши школы, являются частью вот этой большой ассоциации, входят в ассоциацию под названием ВИДА. В 2002 году вы основали школу. То есть до этого ничего не было подобного в Одессе? Ни кружков, ни школ? Ирландского танца именно. На самом деле, конечно, наша история еще, можно сказать, более древняя, потому что у нас был учитель Оксана Буковская, которая потом уехала в Канаду, но оставила меня в качестве, скажем так, тренера, который должен был поддерживать, да, этот коллектив. И потом она приезжала, давала нам мастер-классы, то есть мы благодаря ей тоже во многом развивались. То есть, да, вот таким вот образом. А когда вы узнали об этом танце и почему вы начали им заниматься? Почему он вас заинтересовал? Я узнала во многом благодаря, конечно, шоу. Вот известные еще в 90-е годы, в конце 90-х годов. Я думаю, большинство ирландских танцев известны именно как шоу вот, Lord of the Dance, River Dance. Кстати, в одном из них танцевал, шоу Lord of the Dance танцевал Джордж. Может быть, сегодня расскажет о своем опыте. И мы все видели эти шоу, нам казалось это совершенно невозможным это повторить. Это завораживало, это, конечно, хотелось попробовать, и на самом деле это казалось невозможным. Я никогда не думала, что этому можно научиться, это когда-нибудь станет действительно частью моей жизни, но так получилось, что это стало важной частью моей жизни. Да. Вот с Одессой, с Украиной мы разобрались, давайте теперь узнаем, как обстоят дела в Великобритании. Вопрос к нашим гостям. Правда ли, что все школьники как бы в обязательном порядке изучают ирландские танцы? So we just talked about Odessa and Ukraine, and now we would like to come back to Great Britain. So what's the situation there? Is it true that all the pupils at school learn to dance, Irish dance?
In Great Britain, no. No. In Ireland, everyone would learn Irish dancing as part of their school, but not in... То есть в Великобритании нет, не каждый ученик учится, но в Ирландии это довольно... В Ирландии как предмет в школьной программе, да. Как обязательно. А когда начали танцевать вы? When did you start dancing? I started dancing 17 years ago. 17 лет назад. I started dancing probably about 16 years ago. 16 лет назад. Скажите, а почему, что вас сподвигло? Жили себе спокойно, горя не знали, занимались, учились, я не знаю, и тут начали танцевать. Почему? How did you turn out dancing? What happened? How did you start? My grandmother is from Ireland. And my mother used to dance when she was young. And then we watched Riverdance. And my mother said, oh, would you like to go? And I said, yes. And then it started from that. Моя бабушка родом из Ирландии, и моя мама тоже в юности и в детстве танцевала. И когда мы увидели впервые Riverdance, это шоу, мама говорит, ты хочешь начать? Я сказала, да. For me, it's quite similar. My grandfather, he went to see Riverdance, the show, and I went to stay with my grandparents, and he had the video of Riverdance, so I started watching the video, and I was copying from the video, and then from there I went to class, and that was it. У меня была подобная история. Мой дедушка ходил на это шоу, тоже на Riverdance, и потом показал мне эту запись, я его смотрел, влюбился и начал тоже повторять за ними. И таким образом пришел. Джордж, я знаю, что вы достаточно поздно начали заниматься танцами. Это в 12-14 лет. I know that you started quite late. Started dancing about 12, you were 12? No, I started at the age of 10. In the United Kingdom and Ireland, most people will start around the age of maybe 4 or 5, but for me it was quite late. I started 10. So. В Британии или в Ирландии обычно начинают с 4-5 лет. Ну, то есть, да, вот таким образом я поздно довольно начал. Как вы считаете, почему за такой достаточно небольшой промежуток времени, до 16-17 лет, вы сказали, вы занимаетесь, вы добились таких успехов, тем более, если вы начали заниматься позже, чем вот ваши сотоварищи? Поэтому ирландскому счастью. So how did you manage to find such a success having started so late? Lots of practice. Большая тренировка, много тренировок. I think because rhythm and timing is such a big part of Irish dancing, and I play the drums. So I think the natural sense of rhythm from drumming to the music helped with my Irish dancing. Кроме всего прочего, я еще играю на ударных инструментах. То есть я думаю, что чувство музыки, чувство такта очень важное. То есть если у тебя есть этот ритм, чувство ритма, то тебя это далеко унесет. And lots of practice. И, естественно, очень большие тренировки, много тренировок. А что вы советуете вашим ученикам? Вот к нам вы приехали с международным мастер-классом. Какой секрет? Что говорите вы им на тренировках? Что нужно делать, чтобы тоже достичь? You came to give a workshop for our pupils. What's your secret? What's your advice? What you tell them? Work very, very hard, and whenever you feel tired, don't give up. Push that extra 10%, 15%. Your body will feel like it wants to give up, but you can always give more. Работать, еще больше работать. Если ты думаешь, что ты устал, все равно твое тело все равно чувствует, оно может еще, дай ему еще 10%, оно все еще сможет сделать больше, чем ты думаешь. Вы путешествуете, кроме этого, встречаетесь, может быть, ну, сейчас, наверное, уже не выступаете, да, на профессиональных чемпионатах, но до этого выступали, встречаетесь с разными танцорами из разных стран мира, которые танцуют ирландские танцы. Скажите, везде ли этот танец одинаковый? Или, возможно, определенный народ, определенная местность добавляет в него что-то свое, и вы тоже что-то интересное узнаете? You are taking part in some competitions and championships, maybe not as a dancer, but as a adjudicator, but you have experience and you're meeting people from all around the world, from different countries. Is it something that every country brings something different, or is it all the same, all the dances identical? What can you say that? Or they bring something new from their local? I think sometimes it's hard to bring something new from different countries because lots of... people from Ireland come over to teach in other countries. So I think the base is from Ireland and they come over. But
There are lots of things taken from other different types of dancing which have come into Irish dance, like spinning has come from ice skating, and a lot of the taps have come from tap dancing. Tap dancing. There's been some elevation moves, jumps that have come from maybe ballet. Ballet. So maybe more other kinds of dancing rather than different countries. Я бы сказала, что очень сложно, наверное, практически привнести что-то из другой культуры в ирландский танец, потому что очень много танцоров из Ирландии именно распространяли этот танец. Но в ирландский танец попали тоже элементы других видов спорта или танцев, других видов танцев, как, например, кручение, как я понимаю, называется, из фигурного катания, например, или подпрыгивание, джампс, прыжки. Наверное, тоже из этого спорта. Интересно, что мы вчера были на замечательном мероприятии, на выступлении ансамбля, украинского народного ансамбля Вірського, и мы заметили, что очень много в украинском народном танце есть действительно элементов, которые ребята отрабатывали с нашими танцорами на мастер-классе. То есть уровень действительно потрясающий от наших украинских танцоров, но действительно есть что-то во всех народных танцах, наверное, есть какие-то схожие элементы. Да, это очень интересный опыт, конечно. Мы также уже несколько раз упоминали о шоу, ирландских шоу танцевальных, грандиозных. В том числе, Джордж, вы принимаете участие в многих из них. Мы можем говорить о ирландском танце не только как о явлении культуры, искусства, спорта, но уже и как о шоу отдельно. We also mentioned that you are participating in these commercial shows, mm-hmm. like Riverdance, and can we say that it's also not only a part of a culture, but also a commercial way of showing the dance? Yeah, since the likes of shows like Riverdance, Lord of the Dance, when they came about like 15 years ago, it made Irish dancing a lot more commercially successful. It wasn't just the sort of old-fashioned traditional dancing from Ireland anymore. It was made modern and it was made cool. Everyone wanted to do Irish dancing, so it was a lot more commercially successful after that. And the shows have made people from other places see Irish dancing who probably would, without Riverdance, Lord of Dance, may never have seen it before. Конечно, так, благодаря этим шоу оно как бы стало более коммерциализированное, более современное, и, естественно, видоизменилось, то есть оно уже не такое традиционное стало. Но, с другой стороны, благодаря именно вот этим двум шоу, Lord of the Dance и Riverdance, оно стало таким популярным, оно просто разнесло, как бы показало эту традицию всему миру, и другим образом они бы не узнали об этом. А как вы воспринимаете мир ирландского танца? Как шоу или все-таки как вид искусства? Что-то такое вот более душевное, мне кажется, потому что шоу – это шоу, танец, особенно народный, мне кажется, несет какие-то особые традиции. What is your personal vision of Irish dancing? Is it more of a show or more something that carries tradition, that's something personal to you? For me, when it's in the competitive sense, I think traditional. But if you're looking at the commercial approach to Irish dancing with shows, I think keep evolving, keep pushing the boundaries. But in, as I say, if it's in competition, it should be kept traditional. То есть для меня это все зависит от рамок. Если мы говорим о соревнованиях, то, естественно, я за традиционную как бы часть. А если мы говорим о шоу, и шоу, оно все время развивается, все время как бы достигает уже лимита, достигает границ, и все время улучшается, модернизируется, и это тоже хорошая часть. Джордж, я знаю, что вы повар. То есть танцы – это ваше хобби? Или профессиональный вид деятельности? I know that you're a cook as a profession. Do you work so it means that Irish dance is your hobby? It's more a hobby at the moment, yeah, because I work full time and I start work very early. So by the time I finish in the afternoon, I go. То есть да, вы правы. Я повар, я работаю уже очень давно, начал очень давно и работаю много и танцы это хобби в данный момент. Yeah. На данный момент это. Рэйчел, а вы учитель, у вас своя школа, да? You are a teacher, Rachel, yes. And you have your own school. Yes, I have maybe 60 students, and my youngest student will be 4.
And my oldest student, well, she's in her 60s, but I don't know exactly how old. Да, у меня есть собственная школа, у меня примерно 60 учеников, самый младший ему исполнится 4, а самая старшая, я думаю, где-то примерно 60, но я не знаю точно. То есть нет границ. Это отлично, потому что как раз сейчас будем приглашать наших телезрителей, тоже станем на некоторое время вашими учениками. Пока наслаждаемся еще одним танцем и после обещанный мастер-класс. Приглашаем на импровизированный мастер-класс. Мы уже узнали, что учиться ирландскому танцу может каждый, вне зависимости от возраста. И в 60 лет люди начинают учить ирландский танец. Поэтому сейчас мы все дружненько поднимаемся и будем узнавать, что делать. Юлия Александровна, наверное, стоит начать, наверное, с каких-то советов. Обычно с чего начинается ваш мастер-класс? Что вы говорите ученикам? We should start maybe with some advices, what we suggest to do for our pupils when we start the class, okay, when we start the workshop. First thing, we do start with your feet together. Первое, что мы делаем, мы ставим наши ноги вместе. Yeah, you put your heels out. А потом мы раскрываем стопы. In front of your left foot. And then you'll point your toe. Потом мы ставим носочек вперед. And then with your hands, you put your thumbs in and your fingers in, and you put your shoulders back by your side, and then you have a good posture. Вот эти подготовительные движения, это все движения, которые необходимо выполнить перед каждым танцем. И это означает, что танцор готов, и он стоит ровно, прямо и может начинать танцевать. С какими трудностями мы можем столкнуться с нашими телезрителями, людьми абсолютно неподготовленными пока что к ирландским танцам, но есть к чему стремиться, я думаю, мы этим займемся. What difficulties could have the dancers who just start with? The biggest difficulty is balance, because Irish dancing is all up on your toes.
So people that first start often have small muscles here. Like this. Yeah. Wobbles seem to be very... Самая большая трудность это равновесие, потому что все ирландские танцы танцуются на носочках, и для новичков это очень сложно удержать баланс. Сегодня мы когда с вами говорили, это будет у нас такой импровизированный мастер-класс, потому что выучить целый танец, естественно, у нас не получится. Мы сейчас будем изучать несколько базовых элементов, да, какие? So it will be improvisation today because it's hard to learn everything. Yeah. We just learned few basic movements. Which movements it should be? We will start with soft shoe basics, yeah. And I'll do hard shoe basics. So. У нас в ирландских танцах существует два вида ирландских танцев. В soft shoes, в мягкой обуви, в жесткой обуви. Рэйчел покажет нам основное движение в soft shoes, в мягкой обуви, и Джордж потом в жесткой. Okay, so first thing we will do is we'll start again, so feet together, heels out. Right foot, point, and then your hands, thumbs, fingers. And then the first thing I'm going to do is called a jump 2-3. So you're going to lift up your right foot and you're going to jump down at the back. That's it. Then bring it forward. Out, 2-3. That's it. And you put one foot in front and the other one behind. That's it. And then we try again with the left foot. So front foot up and jump down, kick your bum. Out, 2-3. Very good. Now this time we'll try on our toes. Мы уже сделали сейчас два основных движения с правой и с левой ноги. Сейчас мы попробуем то же самое сделать только на носочках. Это еще не все, да? То есть это все надо делать на носочках. Это основное движение, которое можно совершенствовать до бесконечности. Okay, so do the same, always, same. And then point. This time we're going to go up onto our toes. And then lift your front foot up. Down. 2-3. And very good. And the next one. 2-3. У вас очень хорошо получается. Спасибо. Я стараюсь, правда. Thank you. I'm trying to do my best. Ah, okay. Do you want to try some hard shoes? Yeah, we will try hard shoes. So. Попробуем сейчас. Okay, so we start the same way. Feet over, and we point. So we lift this leg, and we use this part. Мы используем только переднюю часть стопы сейчас. And we do one, two, and then step forward. And the same again with this leg. We do one, two, step forward. Okay, we try again. So this time when we step forward, we hop. Okay. Теперь, когда мы будем делать шаг вперед, мы будем прыгать на эту ногу. Okay, so we do. Кто будет прыгать, кто попытается? Hop. And one, two, hop. One, two, hop. One, two, hop. Okay, remember? Okay. Arms, okay. So this time we go a little bit faster. Okay. Теперь немножко быстрее будем пробовать. Okay, so one, two, hop. One, two, hop. One, two, hop. One, two, hop. Может быть, мы попросим Джорджа что-нибудь показать? Да, если возможно. Это будет акапелла без музыки, да? Да. So давайте. Yes, we would like to ask you to show some movements that you could. Okay. Anything? Yeah, anything. Okay. Скажите, а как долго вы занимаетесь каждый день? How long do you practice every day? Now, not so much. Before, every day. Сейчас не так много, а раньше каждый день. And how many hours maybe every day? If I was training for championships, maybe 2 hours a day. Когда я готовился к чемпионатам, я занимался каждый день 2 часа. Может быть, интересно, Настя, тоже я хотела бы представить наших танцоров, девочек, да, которые сегодня выступали. Да, давайте, ведь у нас здесь не просто чемпионы. Да,
Это наши ученики. Амир, выходи вперед. И это тоже чемпионки, на самом деле, да? Таня – это чемпионка прошлого года, чемпионка мира. И Настя в этом году выиграла чемпионат Европы. И на самом деле, для того, чтобы достичь такого уровня, надо тренироваться очень много. Вот девочек в период такой интенсивной подготовки, они занимались по две тренировки в день, по несколько часов, да, то есть... Стоит отметить, что вы говорили, что Амир начинающий, но, мне кажется, справляется не хуже чемпионок. Амир, мы возлагаем на него большие надежды. Мы пока не будем ничего загадывать, но мы ожидаем от него тоже очень больших результатов. Надеемся, что в скором будущем. I said that expecting that Amir will be a champion dancer, maybe in future. Yeah. Somehow. Ну, и знаете, что я вот основное забыла спросить у Рэйчел и Джорджа? Как вам в Одессе? Вы ведь впервые у нас в гостях. I forgot to ask you, how do you like Odessa? Because your first time. It's your first time. Very nice. Очень нравится Одесса, замечательный город. А что нравится больше всего? Возможно, что-то запомнилось. Какие планы у вас еще? Может быть, тут вчера на концерте были. Может быть, еще куда-то планируете пойти? Maybe, what did you like most of all in Odessa? And what plans do you have next few days? What do you want to visit? We went to the opera house and the show. Yeah, the show was my favorite. And we want to go down by the sea. Yeah, we want to see the beach. We've not seen the beach yet, so we'd like to see the beach. Мы вчера были в опере, нам очень понравилось вчерашнее шоу, украинские танцы, и хотелось бы еще прогуляться к морю и увидеть пляж. Мы еще там не были. Ну, мы надеемся, потому что грех быть в Одессе и не заглянуть на море. Я благодарю, что сегодняшним утром вы были с нами. Большое спасибо за мастер-класс. Ждем снова у нас в гостях, ждем в Одессе наших гостей. И, шановні друзі, зараз ми продовжуємо. Я вам на початку програми обіцяла мурку. Так слухаємо та насолоджуємося.
Нагадаю, що щойно ви чули Мурку у виконанні Олексія Коденка, віртуоз-балаєчник, лауреат багатьох міжнародних музикальних конкурсів сьогодні з нами. Я вас рада привітати в нашій студії. Наверное, стоит начать с истории этого музыкального инструмента, непростого, хотя у нас почему-то принято считать его достаточно простым, потому что он относится к народным музыкальным инструментам. Насколько это суждение верно? Суждение такое сомнительное, потому что народную музыку на самом деле мало кто слышал. Это такая музыка этническая, времен язычества. Да? То, что народ представляет, там калинки, малинки, волги, реченьки глубокие всякие, это, конечно, шансон. Это современная такая музыка, уже была довоенная. Поэтому, я не знаю, наверное, скрипка больше относится к народному инструменту, чем балалайка. Тем более, балалайка – инструмент молодой, 1900 года, да, а скрипка – 16 века, это записано в летописях Киевской Руси и в Софийском соборе, на фресках это даже видно, да? Поэтому я не знаю, почему так получилось. То есть это один из стереотипов, который будем разрушать сегодня? Конечно, да. Тем более сейчас пишутся оригинальные произведения для балалайки. Это серьезный стиль, это классика, неоклассика, минимализм стиля. Поэтому, ну, не знаю. Угу. Скажите, с какими стереотипами касательно балалайки вы еще сталкиваетесь? Ну, стереотипы... во-первых, что играть очень легко, якобы. На самом деле, наоборот. Расскажите, каково это? То вы играете пальцами. Да, пальцами, совершенно верно. Это очень больно, на самом деле. Ничего простого, а заниматься нам приходится как и пианистам, как и скрипачам, это по 5, по 6 часов, по 7, по 8. Наверное, поэтому... когда ответственные конкурсы, то и более, и конечно, более, да. До 10 часов, 12, 13. Вот так. Играть сложно. Скажите, а вот вы сказали 1900-е, да? Да. Года точно установить происхождение балалайки можно? Точно нет. Современное, да, конечно. 1989 год. Это вот такая дата. А откуда, как, это тяжело, конечно, потому что здесь очень много разной информации. Она малодостоверная, конечно. Ну, такой самобытный инструмент, и тяжело что-то сказать точно. Откуда, как появилось. А какие есть версии? Я знаю, что русские говорят, что русская, украинцы говорят, что украинская. Я также слышала, что есть версия, что балалайка тюркского происхождения, и балай в переводе означает «дитя», и как раз-таки использовалась именно для того, чтобы баюкивать малышей. Что вам об этом известно? Я не знаю, может, там что-то у них и было. Дело в том, что все инструменты казахские, тюркские и прочие, они чем-то похожи. А похожи по одной простой причине, потому что его просто было в домашних условиях как-то собрать, понимаете? И поэтому, ну, а другую форму, ну, какую придумаешь? Понятно, что не как скрипка, да? Поэтому самые такие простые формы, и они что-то в этом увидели, наверное, там, и как-то написали. Поэтому сказать, что вот именно это была балалайка, это тяжело. Вы сказали, что вот в новом виде, можно сказать, что там в 1980-м вы сказали? 1900-й. Да. Вопрос. Сейчас есть два вида балалайки, концертная и фольклорная. Нет, это неправда. Нет? Она, еще да, один стереотип. Да. Фольклорная, ну, может быть, она больше фольклорная в Украине, потому что очень слабо развивается, как таковые школы балалайки не существуют в Украине. В России, конечно, уровень очень высокий балалайки, поставлена благодаря репертуару новому, школа хорошая, несколько школ в России, поэтому... На самом деле, обычный классический инструмент, полноценный абсолютно. Но, тем не менее, долгое время балалайка считалась несерьезным музыкальным инструментом, потому что использовалась под аккомпанементом, была под частушки. Когда ситуация кардинально изменилась? Сейчас же нет ограничений в жанре? Абсолютно нет. Вы играете все? Ограничений нет. Почему частушки? Ну, это просто так по телевизору показывали, наверное. Там аккомпанировали русские народные оркестры. Ну, на самом деле, вот если брать фольклор украинский, то аккомпанируют скрипки и цимбалы, да? Скрипка... Играть в симфоническом оркестре, да, поэтому... То есть часто привлекают, конечно, к игре в оркестр? Конечно, поэтому без балалайки русского народного оркестра не может быть, тем более у него большое семейство. Балалайка прима, балалайка секунда, балалайка альт и балалайка контрабас, конечно, но без них никуда.
В некоторых интервью вы говорите о том, что за границей о балалайке знают больше, чем у нас. Как вы считаете, с чем это связано? Это связано было с распадом Советского Союза. И когда занавес был приоткрыт, был свободный такой наплыв был и туристов из-за рубежа, да, из Европы, из Америки. Так же самое наши музыканты смогли передвигаться. И благодаря этому инструмент был очень популярный на Западе. И его там очень хорошо узнали, он людям понравился, как и изначально балалайка была принята в Европе, а не в России. Поэтому вот так и получилось. Ну а вы когда впервые услышали о балалайке, почему решили заниматься и играть именно на ней? Ну балалайку мы, наверное, все слышали в детстве. Так просто получились обстоятельства, что на скрипку я не успел, но я не жалею, это очень здорово, что играю на балалайке. Конкуренция, меньше конкуренции, конечно, во всех отношениях. Очень интересный инструмент и молодой, и очень перспективный. При определенной поддержке можно достичь очень высоких результатов и в репертуарном жанре, и техническом. А в музыкальных школах класс по балалайке есть? В Украине есть. Есть, ну, очень маленькие наборы. Он не популярный в Украине. Так давайте рекламировать. Да. Какие интересные факты балалайки вы знаете, с которыми вы можете поделиться с нашими телезрителями? Возможно, что-то интересное, оригинальное. Конечно. Очень много интересного с балалайкой связано. Но один из тех фактов, что балалайка даже применяется в лечении психических расстройств людей, очень благоприятно действует на человека, релаксирует человека. Вот такой, и это доказано институтом Склифосовского в Москве, это правда. То есть это даже полезно для здоровья? Конечно, конечно. А касательно конкуренции, вы сказали, что мало, да, людей, которые играют на балалайке профессионально. Вот в Украине часто встречаете? В Украине не встречал я. Уровень, к сожалению, очень низкий в Украине балалайшников. В России тоже немного, в принципе, на одной руке можно пересчитать таких крепких балалайшников. Ну и все. А за границей? Ну, это ближе к любительскому варианту. Вот. То есть виртуозов, балалайшников? Мало. Единицы? Да, единицы, конечно, конечно. Ну, что, наверное, особенно приятно, да? Ну, да, 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 да. Скажите, вы часто путешествуете и ездите на гастроли за границу. С чем это связано? Выходит, что у нас вообще, у вас по Украине гастроли есть? Нет, по Украине нету. Ни разу не было? По Украине нет. Вы выступаете сольно, ездите, вас приглашают или как? Расскажите нашим телезрителям. Приглашали, да, и приглашают за границу, в Европу в основном. Люди этим интересуются в Европе, им это интересно, им все интересно. Выезжаем мы коллективом или сольно, играем и в концертных залах, и благотворительные концерты различные, и в католических костелах. Очень распространено там играть. Вот так интересно. В Украине нет. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы балалайка возродилась, скажем так, у нас? Ну, должна быть определенная реклама, да, какое-то спонсорство, партнерство, меценатство, конечно. При этом, конечно, это реально нужно просто его рекламировать по тому же телевизору, а иначе народ просто об этом не узнает никак. Скажите, а балалайки делаются же вручную? Да, это мастеровые инструменты, допустим, этот инструмент моего брата. Мой брат делает балалайки. Мастеров тоже мало хороших в России, в Украине. Их наверное, вообще нет, да, я так смотрю. Нету, да. Тоже трудоемкая такая работа. Как долго делают одну балалайку, один музыкальный инструмент? По-разному, от месяца до года. От месяца до года? Конечно, а конечно. Что же год можно делать? Ну, пробовать, потому что не всегда все удачно получается, здесь не угадаешь никак. Может быть, очень хорошее дерево с виду, но когда собираешь инструмент, может просто не звучать. И поэтому делается все заново, заново, заново. Пока не достигается определенный результат тембрально. То есть можно сказать, что это у вас такое семейное занятие, да? Ну да, да. Любовь к балалайке, видимо, с молоком матери у вас. Ну, еще, наверное, от прадеда. От прадеда? Ну, то конечно. То есть тоже был музыкантом?
Ну, как и все раньше были музыканты. Знаете, в селах там везде это было нормально. То есть гармонь, балалайка. Это... То есть истоки ведут от семьи? Да, 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 да. Мы говорили о том, что жанровых ограничений нет, то есть вы играете все? Абсолютно. Даже рок? Все. Что сегодня вы нам сыграете? Баха, вы говорили. Да, Баха я сыграю. Да? Да, давайте попросим нашего режиссера нам подыграть немножко. Не то? Сейчас. Филигранная работа. Я благодарю вас за то, что вы нам исполнили. Как я поняла, это был не Бах. Да, даже я со своим отсутствием музыкального образования это поняла, но тем не менее... Это такое было противопоставление Баха и современного рока, знаете, сражение такое. Это была импровизация очень успешная. Алексей, я благодарю, что сегодня вы были с нами. Это очень здорово, что есть такие люди, как вы, которые привносят балалайку в нашу культуру, возрождают ее, рекламируют. И будем надеяться, что сегодня наши телезрители, хоть кто-то заинтересовался этим музыкальным инструментом и тоже подойдет в музыкальную школу и спросит, а можно, есть ли класс и можно ли записаться. Было бы хорошо. Да, спасибо вам большое. Снова спасибо. Ждем вас в гостях, когда будете, обязательно сообщайте, заглядывайте к нам. Шановні друзі, я вам дякую за те, що ви весь цей час були з нами. Я сподіваюся, що цей час був цікавим та насиченим. Налаштовуйтесь на нашу хвилю кожен день з понеділка по суботу о 8 годині, адже з нами завжди цікаво. Бережіть себе та
своїх рідних. До зустрічі у наступний четвер.